«Спасибо врачам». Такой хэштег теперь украшает один из троллейбусов, который отправился в свой первый рейс по Химкам. В электротрансе пускать тематические маршруты стало уже доброй традицией. У нас этот троллейбус раньше был так называемый маршрут здоровья, троллейбус здоровья, да, он всегда был с медицинской темой, да. Эта акция приурочена к тому, что мы хотим выразить слова благодарности всем тем врачам, которые сейчас находятся на передовой, борются, да, с нелегкими заболеваниями, помогают людям, которые столкнулись с этими заболеваниями. В парке электротранса уже есть пожарный троллейбус, он проповедует осторожное обращение с огнем, и троллейбус, направленный на профилактику ДТП. Наиле удалось побыть за рулем обоих. Говорит, люди обращают внимание на внешний вид троллейбуса и проявляют интерес. Конечно, другие ощущения. Сразу видно, народ как-то смотрит. Акция вот эта «Спасибо врачам» – это уже как бы это по-другому. Идея поддержать московскую акцию благодарности врачам принадлежит местным властям. Со стороны администрации мы стараемся оказывать всевозможную поддержку и моральную, и в качестве продуктов спонсорской помощи. Выражаем благодарность всем нашим врачам. Держитесь, мы с вами. Все равно это когда-то закончится. Здоровья вам и большое спасибо. Но внешний вид – это еще не все. В дальнейшем в салоне планируют разместить полезную информацию о безопасности. Ксения Брагина, Александр Сергеев, Николай Забродин. Новости Химки ТВ.